Euromusic Entertainment, группа компании «Принц» и телеканал «Армения» представляют. Москва, 20 декабря, 18.00. Государственный Кремлевский дворец. Самый долгожданный проект года. Новогоднее «Паши шоу». Участвуют Ашот Газарян, проект «Домино», Араме, Сильва Акопян, Сона, Мартин Макарчан, Арабо Испирян, Сюзи Меликян, Рубен Сасунцы, Мгер Армения, Григорий Есаян, Варда, Юлия Началова, Сагдиана, Арман Томасян, Ирина Круг и многие другие. А также специальные гости Маноло и Джипси Джитанес, Гарик Мартиросян и резиденты Камеди Клаб. Новогодняя телевизионная съемка. Вход в вечерних туалетах. Билеты по телефону +7 495 517 50 57 в кассах Кремля или на сайте концерт.ру.